Тобольске продолжается сезонный ремонт тепловых сетей. Администрацией города и ресурсоснабжающей организацией разработана пятилетняя программа по капитальному ремонту ветхих теплосетей. В этом году будет отремонтирован 21 участок. Это порядка 5,5 километров сетей теплоснабжения. В связи с проведением работ в районе бизнес-центра «Ямал» в период с 12 по 26 июля будет перекрыто движение на участке улицы Ленская от улицы Ремезова до Октябрьской. Будьте внимательны при планировании поездок.